Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Многое в вашей жизни изменится к лучшему и приобретет оптимистичную окраску. Телец. Вашей семейной паре в этот день не рекомендуются откровенные беседы на любую тему. Близнецы. Постарайтесь обойтись без фанатизма. Не принимайте активное участие в служебной неразберихе. Рак. В этот день вас окружают люди, которые только надоедливы в своей услужливости. Лев. Будет много добрых эмоций, а агрессии в этот день не будет совсем. Дева. Придется работать по максимуму, чтобы удержать сохраненные позиции. Весы. В этот день вас ждет что-то сомнительное, помноженное на ваше не очень здоровое физическое состояние. Скорпион. В этот день вы приобретете уверенность, которой так давно вам не хватало. Стрелец. Этот день подарит вам романтические, сказочные переживания. Козерог. Захочется душевного покоя, потому что задерганность давит на вас непосильной ношей. Водолей. Представителям вашего знака придется значительно перенервничать из-за своих детей или родственников. Рыбы. Изматывающий день. На вашем пути будут постоянно встречаться препятствия. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!